Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим торт «Спартак». Это один из самых вкусных тортов, который вы можете приготовить дома. Торт «Спартак» я использую при приготовлении как одноярусных, так и многоярусных тортов на заказ. Мои клиенты всегда остаются в восторге от его сбалансированного вкуса и аромата. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для коржей. 4 желтка выливаем в миску. К ним наливаем 4 столовых ложки кипятка и сразу же начинаем взбивать. Постепенно к желткам добавляем 230 грамм сахара. Желтки взбиваем до побеления и увеличения массы в объеме. Ко взбитым желткам добавляем 150 грамм растопленного сливочного масла и 1 столовую ложку сметаны или кефира. Перемешиваем до однородности. В отдельную миску насыпаем 280 грамм муки, 45 грамм какао, пол чайной ложки соды и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем ложкой. В жидкую смесь насыпаем сухую и перемешиваем до однородности. Я перемешиваю тесто насадкой крюк. Также можно вымешивать тесто руками. Приготовленное тесто заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник отлежаться и остыть минимум на 2 часа. Это тесто можно замесить заранее и оставить в холодильнике на ночь или даже на сутки. Тесто отлежалось в холодильнике, отрываем от него небольшой кусок и раскатываем на пергаментной бумаге, немного посыпанной мукой. Должен получиться тонкий пласт толщиной 1,5-2 мм. Из раскатанного теста вырезаем круг металлической раздвижной формой для торта. Ссылку, где я покупала эту форму, я оставлю внизу под видео в описании. Также тесто можно вырезать крышкой от кастрюли или, приложив что-то круглое, вырезать ножом. Диаметр моих коржей 21 см. Из этого количества теста у меня получилось 8 коржей. Готовое раскатанное тесто на пергаментной бумаге кладем на противень. Я выпекаю по 2 коржа за один раз. Коржи ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем примерно 8-10 минут. Время выпечки зависит от самой духовки. Внимательно следите за коржами, чтобы они не пересохли. Готовые коржи еще горячими переворачиваем на доску и снимаем пергаментную бумагу. Оставляем их остывать на ровной поверхности. Остатки теста, из которых не получается целый корж, тоже раскатайте и испеките. Из них сделаем крошку для посыпки торта. Готовим крем для торта. В миске взбиваем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Взбиваем до увеличения в объеме и побеления. Во взбитое масло постепенно добавляем 1 380-граммовую банку вареной сгущенки. Все взбиваем до однородности. В отдельную миску наливаем 250 мл холодных сливок жирностью не менее 30%. Сливки начинаем взбивать на минимальной скорости, постепенно увеличивая ее до максимума. Миска и венчик должны быть обязательно чистыми и сухими. Взбиваем сливки до загустения. Как только сливки загустеют, постепенно добавляем к ним взбитое масло со сгущенкой. На этом этапе соединения ингредиентов нужно быть внимательными, чтобы крем не расслоился из-за разницы температур. Крем взбиваем недолго и на самой низкой скорости ручного миксера. Если все-таки крем расслоился, то продолжаем его взбивать дальше на высокой скорости. Температура крема выровняется и все соединится. Если не получилось, тогда расслоившийся крем ставим в холодильник и после того, как он охладится, опять взбиваем. Также для торта понадобится 100 грамм грецких орехов. Очищенные орехи высыпаем на противень. Ставим обязательно в холодную духовку и включаем на 170 градусов и сушим 15 минут. Если у орешков получается снять шелуху, то также желательно их очистить. Высушенные орехи нарезаем на более мелкие кусочки. Собираем торт. Кладем первый корж, ставим раздвижное кольцо и по бокам выкладываем ацетатную пленку. Все сжимаем до размера коржа.
Кладем крем и распределяем его по всему коржу. Слой крема должен быть примерно такой же, как и толщина коржа, или немного меньше. Крем посыпаем подготовленными орехами. Накрываем следующим коржом. Так складываем весь торт. Немного крема оставляем для обмазки торта сверху и по бокам. Если так получилось, что коржи пересушились, то их обязательно нужно пропитать сахарным сиропом, чтобы торт не получился сухим. Еще больше разных рецептов тортов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Собранный торт накрываем пищевой пленкой и ставим настаиваться в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. Торт настоялся, достаем его из холодильника, снимаем кольцо и ацетатную пленку. Торт обмазываем оставшимся кремом по бокам и сверху. Испеченные остатки теста ломаем и измельчаем с помощью измельчителя в крошку. Крошкой посыпаем бока торта. Сначала накладываем крошку на бока торта с помощью ложки, а затем широкой кулинарной кисточкой. Излишки крошки сметаем с блюда той же самой кисточкой. Торт ставим на 10 минут в холодильник, чтобы застыл верхний крем. Сверху торт украшаем с помощью трафарета. Это простой и очень быстрый способ украсить торт. Трафарет кладем на торт и обильно посыпаем какао. Снимаем трафарет. Ссылку на трафарет я оставлю внизу в описании под видео. Торт готов. Торт «Спартак» получился очень вкусным. Шоколадные песочные коржи и нежный карамельный крем в сочетании с жареными орешками дают неповторимый взрыв вкуса. Обязательно приготовьте такой торт, равнодушный к нему просто не останется. Если вам понравился рецепт такого торта «Спартак», то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!